Всем привет! Меня зовут Алексей Смех, и я продолжаю гайд по игре Entropy Universe. И сегодня я вам расскажу о шрапнели. Шрапнель падает в лут при убийстве мобов в большей или меньшем количестве. Вы можете ее продать в трейд терминале, что будет являться ошибкой. Или можете с нее сделать универсальные боеприпасы и продолжить уничтожать мобов. Если боеприпасы вы покупаете в трейд терминале по цене 1 пет за 10 тысяч штук, то при конвертировании шрапнели в универсальные боеприпасы вы получаете их больше. Также универсальные боеприпасы вам понадобятся при майне, другими словами, при добыче полезных ископаемых. Всем спасибо, удачной игры и побольше глобов. Пока.